Всем привет! С вами Стив Про. И сегодня мы будем выживать в такой игре под названием SurvivalCraft. Да, наверное, многие уже играли в эту игру, но я в нее тоже играл, наверное, даже больше 2 лет до того, как вышла новая версия Майнкрафта. Ну что ж, сейчас вы видели довольно классную картинку, которая показывает нам жизнь нашего персонажа. Получается, сейчас нам просто взяли и высадили с нашего корабля. Вот такие жестокие люди бывают в нашем мире. Ну что ж, нам, конечно, не привыкать. Здесь я уже вижу растет цветочек, давайте его соберем. Да, здесь очень жестокая природа, или как ее называют, фауна. Здесь очень жестокое выживание. Ну и давайте начнем рубить наши деревья. Друзья, без топорика здесь вообще нечего делать. То есть, как вы только мы нарубим деревья, сразу нужно делать полезные вещи. И сразу скажу, что остерегайтесь здесь бешеных волков. Если вдруг они нас напали, то вы можете их отвлечь свежеприготовленным мясом. Или просто свежим мясом. Так. И давайте залезем в крафт, друзья. Крафт здесь такой же, как и на ПК. Так. А, все отлично. Так, теперь мы можем сделать верстак. Так. Отлично, друзья. Ну, давайте еще маленько нарубим деревьев. Так, здесь остерегайтесь, конечно, медведи, ну и другой всякой живности, которая здесь обитает. Здесь очень классный мир, и он такой же бесконечный, как и в нашем Майнкрафте PlayStation. Но, к сожалению, здесь нет никаких других порталов, которые у нас были в нашем Майнкрафте. Ух ты, друзья, ну, я вижу обновление, здесь нам навели повальные деревья, а раньше такого не было. Сразу скажу, когда я играл последнюю версию, это, наверное, было ровно 3 месяца назад, и такого я точно не наблюдал. Так, теперь нам нужно, по идее, сделать палки. Отлично. И теперь давайте сделаем топорик. Я надеюсь, он здесь делается так же, как и в нашем Майнкрафте. Да, друзья, он делается совершенно так же. Что ж, забираем наш крафт. И давайте торубим наше дерево. И что ж, Майнкрафт. Точнее, SurvivalCraft очень классная игра. Здесь, кстати, очень классно выглядит окунь. Ну и вода тут здесь тоже очень классная. Здесь тоже очень классные облака. Они как бы с одной стороны пиксели, но с одной стороны очень классные. И, кстати, если рядом с коровой ходит бык, то никогда в жизни не бейте эту корову. Если вы стукнете корову, то этот бык погонится за вами. И, конечно, он загонит, после чего он вас с радостью захочет убить. Ну... Птичка здесь очень долго, но поймать их, конечно, можно. Но это очень сложно. Так, давайте, наверное, что-нибудь поищем. Ну, главное, конечно, не попадаться волкам. Если вдруг увидели волка, то пытайтесь с него убежать. Конечно, утром он, по идее, с вами ничего делать не будет. Но если вы будете обитать ночью, то... Когда он нас увидит, он сразу захочет вас побить. Также в этой игре у нас есть 3 показателя. Это усталость. Точнее, ну да, вода, жизни и, конечно, еда. Что немаловажный фактор в этой игре. Поэтому давайте сейчас попробуем добыть хотя бы какое-то мясо. Здесь также есть настоящие рыбы. Ух ты, как видите, мы видим сейчас волк. Ну, его лучше остерегаться, друзья. Вот ослик, и мы сейчас можем убить. Стоять! Стой, скотина! Ух ты, здесь где-то... Ой. Друзья! Смотри наверх. Да, вот такие у нас пираньи обитают в этой игре, поэтому... Здесь на каждом шагу вас пытается кто-то убить. Ух ты, кстати, есть тыквы? Я не помню, можно ли их сейчас есть, но раньше их есть нельзя было, это я точно помню. Так, наши показатели стабильно падают, друзья. Ну, давайте попробуем покушать
Нет, нет, друзья, к сожалению, кушать мы ее не можем. Привет, волк. Так, нам... Ух ты! Что мы нашли, друзья? Если вдруг вы нашли такие надгробия, то сразу копайте под низ. Под этими надгробиями вы можете найти различные вещи. Но шанс найти вещи очень мал. Так, подождите, давайте в это идем. Что, мы ничего не нашли? Нет, друзья, мы, к сожалению, ничего не нашли. Ух ты, слишком громкие звуки. Друзья, это даже мне становится очень страшно. Это очень страшная молния. Друзья, также, если хотите продолжение этого выживания, то пишите в комментарии, потому что я знаю, что многим эта игра может не понравиться. Да блин, как же здесь бегать, я все... нет. Ух ты, это было рядом. Друзья, давайте дойдем до ближайшего хотя бы дерева, я не знаю, чего, но нас сейчас просто может покромсать вот эта молния. Ух ты. Бей, жирафика. Как видите, животные здесь очень сильно бегают, поэтому догнать какого-нибудь животного вам будет очень трудно. Звуки очень громкие, друзья. Я убавлю звук. Ну конечно, меня нужно убить в этот момент. Фух, я даже ничего хорошего от игры не ожидал. Да. Да, друзья, просто зашипенно. Вот появились мы у нашего дерева. Ну что ж, все делать заново, да. Что ты не ломаешься, дерево? Если вдруг появилась молния, то я рекомендую, конечно, вам стоять под дерево. Но если вдруг странно. Но если вдруг молния пойдет в дерево, то дерево, конечно, загорится. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.